Всем привет! В этом рисунке, в этом уроке я покажу, как рисовать просто мышку. Смотрите, повторяйте. Начинаем рисовать с линии. В этом заключается простота рисунка. Носик. Ведем здесь вот таким вот образом. Рисуем усы, рисуем ухо, рисуем второе ухо, рисуем глазик. Рисуем лапки. И остается рисовать хвостик. Рисунок готов, очень просто, быстро. Всем спасибо за внимание, всем пока.